В ходе визита в Нью-Йорк глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что процедура выхода страны из состава ЕС будет запущена в начале 2017 года. По его словам, Лондон намерен извлечь выгоду от фантастических возможностей, которые открывает свободная торговля с Евросоюзом. Мы ведем переговоры с нашими европейскими друзьями и партнерами и ожидаем, что уже в начале следующего года вы увидите письмо о запуске статьи 50 Лиссабонского договора. Мы приступим к выполнению этой процедуры, и я уверен, что в письме мы сформулируем некоторые параметры, принципы того, как мы предлагаем ее осуществить. К скорейшему началу процедуры выхода Великобритании из ЕС призывает председатель Европарламента Мартин Шульц. Об этом он заявил в преддверии встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй. Офис главы британского правительства, в свою очередь, решительно отклонил заявление Джонсона, отметив, что Тереза Мэй не связывает начало процедуры Брексита с конкретными сроками.